всем привет. Еще одну тут игру у нас на Super Famicom, которую я недавно получил из Японии. Вместе с то, что вы недавно, возможно, видели полное прохождение Astro Go Go, или полное название Учу Рейс Astro Go Go. Вот. Короче, две игры, которые я чудом смог купить на eBay. Мне их выслали вдруг. Это Astro Go Go и Arkanoid Do It Again. Обе игры в полном комплекте. Это не репродукция. Оригинальные карты, произведенные 20 с чем-то лет назад. Arkanoid Do It Again вообще 97 года. Одна из финальных игр на Западе, но не одна из финальных игр в Японии. Потому что, в принципе, в Японии все еще продолжали там еще до года 2000-го выпускать игры новые. Вот. До. Почти что 2 месяцев, потому что опять же из-за этого сраной этой пандемии, из-за которой вообще почти что ничто нельзя купить на японских продавцов, блин. Эти продавцы вдруг сумели выяснить. Это классно. Игра сейчас вдруг переделала свой сигнал 480. Интересно. Опять 240p. Прикольно. Thank you.
ё-моё.
Какой был уровень? Thank you.
В принципе, на этом можно закругляться, потому что, в принципе, игра однообразная. Да, 97-й год, краски. Самые последние проекты для SNES, для Запада, в основном. Да. Это в 97-м году я был... Первый-второй класс где-то. И в это время краски вышла Arkanoid Do It Again. Do It Again. Вот. Кстати, в эту игру еще можно играть при помощи SNES Mouse. То есть это вот мышь, которая продавалась все время вместе с игрой Mario и Wario. Или же отдельно. А, с этой, с Mario Paint. Это... Она была с Mario Paint или же отдельно порой продавалась все время там. Вот. И при помощи мыши можно играть. То есть можно при помощи, в принципе, контроллера стандартного играть, а можно при помощи мыши. Ладненько. На этом, я думаю, все. Всем до скорой, всем покедово.